Я думаю, что объяснение увольнения Суркова, данное Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента, в связи с неадекватным исполнением указа президента, абсолютно адекватно. И, конечно, у этого решения был фон, в том числе выступление Суркова в Лондоне. Но главное – это 73% исполненных поручений правительства, исполненных поручений президента по данным правительства и чуть более 50% по данным контрольных структур президента. Сурков сделал отчет о исполнении поручений президента. Путин этот отчет не принял. Вот главная причина. Но эпоха Суркова на этом, конечно, заканчивается. Эпоха долгая, эпоха сложная и эпоха сложных решений. Сейчас время простых решений и политической конкуренции.